я рекомендую покупать данный девайс для копирования чипов. На сегодняшний день, чтобы сделать чипы мобилайзера, можно использовать три базовых метода. Это копирование, то есть клон чипа будет автомобилем распознаваться как родной ключ. Второе – это программирование через диагностический разъем. И третье – это методом модифицирования родного дампа. То есть это изготовление дубликата на столе. То есть демонтаж блока, выпаиванием процессора памяти. На этом я не буду долго останавливаться. Хочу рассказать именно про это устройство. То есть на рынке сейчас очень много копировальщиков различных. В чем их преимущества или недостатки? В том, что покупая себе строго копировальщик определенный, его функционал ограничивает ваше развитие. Данный девайс имеет очень большую и очень широкую применимость. Ребят, рынок автомобильных программаторов очень сильно поменялся в сторону X-Horse. Почему X-Horse? Почему наш выбор пал на X-Horse? Потому что 2 года назад я купил себе программатор Silka RV4+. К нему еще идет M-Box, который делает, клонирует 48-е чипы. Чтобы вы понимали, Silka стоит, я его покупал вместе с M-Box в районе 160 тысяч рублей. Стоимость чипа 1100. Это напрямую 1100. Представьте, чтобы делать 48-е чипы, это ВАК-группа. Мне пришлось покупать к нему, к базовой версии, дополнительный бокс и переплачивать за стоимость чипа. В этом девайсе все намного по-другому. Он делает все абсолютно то же самое и даже больше. То есть он копирует 48-е чипы, вы можете бесплатно копировать один чип в сутки. Если вы пользуетесь активно пультами и зарегистрированы в бонусной системе, вы можете еще больше осуществлять копирование данным девайсом. И что еще немаловажно, стоимость чипа всего 250 рублей, в зависимости от курса доллара. Сами подумайте, раньше покупая за 1100 рублей чип, только чип, и за 150 программатор, за сколько надо делать было ключ с чипом? Да, мы делали за 3500. Но, ребята, мы до сих пор его не окупили. Данный девайс окупается, вы делаете 3-4 ключа, и вы окупили полную стоимость. Наша мастерская топовая при правильном подходе может делать спокойно 2-3 чипа автомобильных в день. Вы понимаете, что вы данный прибор можете окупить всего за один выход на смену. Ну, максимум полтора. Поэтому приобретайте этот девайс, он стоит чуть меньше 10 тысяч рублей. Все чипы, все болванки у нас все в наличии. Welcome, покупайте. Ребят, прошло время, когда необходимо было знать все маркировки чипов и иметь их в наличии. Теперь есть такой девайс, который делает клоны чипов, как простой дубликатор домофонных ключей. Вы просто подносите родной ключ, ключ клиента к прибору, он его считывает и говорит, что надо сделать, чтобы записать. Как правило, это просто прочитываем ключ и вставляем чип XT27 для записи. Есть 46-й чип, когда необходимо девайс поднести к замку зажигания, и 48-й чип, когда надо будет 8 раз повернуть ключ родной в зажигание. Ребят, но это всего 1 минута, и это все, что вам нужно знать для копирования чипов. Ребят, все, что вам нужно иметь, это прибор, один чип, на который можно склонировать любой автомобильный ключ, и несколько заготовок, если вы вдруг решили сделать клиенту ключик с кнопками и центральным замком. Да? Что делает данный прибор? Это самое главное, это подготовка пультов. То есть вы можете, подключившись, скачать себе приложение на Android, на iOS, на любое ваше устройство, сделать сопряжение по Bluetooth и подготовить пульт
первое, пульт для первых автоматических ворот, чтобы записать их в систему. Можете подготовить пульт для, допустим, Ford Focus 2. Вы можете сгенерировать любую болванку ключа и прописать его в автомобиль. Кстати, для Ford Focus 2 не требуется наличие программатора. То есть кнопки синхронизируются прямо вот непосредственно в автомобиле. 4 раза повернули в зажигание и нажали первую кнопку. Дальше, подготовка чипов. То есть вы можете подготовить чипы для того, чтобы их также прописать через ОБД-разъем, используя сканер диагностический. Можете также, используя данный девайс, вы получаете бонусы. То есть, когда вы генерируете пульты, вам начисляются бонусные токены, которые вы можете потом обменять на различные, допустим, на онлайн 48-й чип. На данном девайсе 1 год после активации доступен бесплатный расчет 48-го чипа в день, то есть 24 часа. То есть вы сегодня в 12 дня сделали 48-й чип, второй чип вам надо будет сделать не раньше, чем в 12 часов дня следующего дня, через сутки. Но если у вас есть бонусные коины, вы можете расплатиться ими для осуществления онлайн-расчета.